Окей. Тут надо сделать вот так вот. Да, я таранта со сотрясателя основ-то не докачал. А там сейчас будет босс. Так, значит, надо забрать оружие с помощью... осколка героев. А вот какое? Кинжал я точно не буду забирать. Меч мне уже тот, наверное, сейчас не нужен. Давайте заберу кувалду. Кувалдометр сейчас заберу. Посмотрю, что за кувалда. Ни разу не видел ее. Такс. Что мне тут пригодится? Ну, твердыня, да, понятно. Энергетический осколок. Нет, наверное, не твердыня лучше, а верный послушник поставить. Так, где эта статуя? Доказали свою традицию. По башке. Вот, а если бы третий уровень был, то я бы его практически убил. Нет, это нифига себе урона. Я не хочу здесь быть. Да беги, что ли, блин! А почему... почему... Или он не будет ломать статую? Может, я что-то перепутал? Может быть, и нельзя? Будешь прыгать или нет? Почему статую-то не ломает? Или он сломал ее? А, сломал. Или не сломал, что-то я не вижу. А, сломал, да? Сломал. Вот здесь плохо, конечно, находится. Надо отойти. Иди сюда, на середину.
камера. Что ты нафиг? Если бы был третий уровень, то он бы двух пучков пробивается этим заклинанием. Так, вон моя, вон мой молот лежит, а тут у нас молот отметина. Да, и он легендарный. Удар по земле отравляет врагов. Ну что это за молот, блин, ну не смешите мои. Полезная дрянь. Ну-ка. Церковник. Ага. Ну ты-то хоть хороший церковник. Церковник. Молот. Да что-то как-то так себе. Совсем так себе. Меч-то круче был. Вот этот вот. Ладно. Пофиг. Что это за чудовище? Никогда такого не видел. Но ты убил его, вообще не останавливаясь. Может, может. Ты нам поможешь? Что тебе надо? За цитадели есть такая тварь, чудовище, которое плюется ядом. Оно троих убило. К нему никто не рискует что-то там сделать, бла-бла-бла, будет сделано. Так, если я пойду туда, в принципе, наверное, да, наверное, пойду туда. Так ведь? Ну да, наверное, пойду. А теперь открыта дверь. Ага. То есть я теперь могу в катакомбы вернуться. Пойду сейчас не в катакомбы. Так, здесь тоже открылось, да? Пап.
Да. Отстань, зануда. Блин, ну вы меня еще тут убейте. Я пошутил. Блин. Нафиг. Этим молотом. Надо сначала его попробовать. Блин. Нет. Скарлатина. Да я вообще попал. Ну, ладно уж, раз зашел сюда. Так, это пока закрыто. Здесь кнопочка. Надо вспомнить, что она открывает. Я буду расчистить. Так. Не-не-не. Камера. Послушная камера. Так, надо это, надо одеть твердыню, во-первых. Проклятие, разве здесь этот меч был? Подожди, кнопочка что открывает, а? Это выход уже. А, может быть, вот сюда. Ага, да, вот. Вот это вот здесь секрет, значит, самое.
эту дверь она открывает, да-да-да. Или... Ладно, пофиг. Ясно все. К монументу. Молот вот только с тем монстром нужен был, в общем-то. Так, секунду, у меня очко есть, так и на... Так, все, надо силу качать, нафиг. Пойду сюда схожу. Ну что, монстрила? Смотри теперь, как я... Камера, что ты делаешь? Камера, господи. Перестань себя вести, как полная истеричка. Теперь можно и куда сходить. Секретики есть, правда, там ничего нет. Где? 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 Конечно. Блин, не хватило, знаешь.
Так. За все ответить. За все беды мои. Так, что хотел сделать? Да, здесь есть секретик. Дубина смерца. Дубина смерца. Урон ядом. Понятно. Так, это я попал. Ага, теперь вот отсюда, значит, мне дают проходить. Хорошо. Пойдем попробуем грохнуть. Вон ту тварь. Я тут один раз с ней сразился, и запись на паузе была. И, ну, помер, короче. Она мощная. А помер, потому что фейл. И она травит. Скотопаза. Хорош уже. Взрывы. Все. Допрыгалось. Так, надо вернуться теперь к этому мужичку. So you've returned. It's dead. You may not be a good man, but you are very helpful. Take this as 7500 опыта, нормально. Пойду солью. По-моему, 14 тысяч уже надо на уровень. Ну ладно. Ой. Так, у меня есть ключ от этого сундука, интересно. Фига. Фига югу. Фигу югу. Югу фигу. Ладно, пойдем с собой. Так. Эй. Эй. Thank you.
цепочки ломать. Привычка. Что не поделаешь. Так, можно сходить сюда. Здесь у нас есть паучок. Рисовичок. Паучок, рисовичок. Сперва. Так. Комп всегда убивает. Это радует. Помри. Что тут? Человеческий череп, да блин. Надо, кстати, сходить. Ищи глобай, наверное. Или не надо, я не знаю. Перестань. Тут много. Получный. As much as I appreciate our common understanding that something needs to be done, I cannot fully support this manifest, especially point three is questioned. How could the Rogar help us restore peace if they do not even talk to us? How could we be sure to use them for our cause? We all want to see Antanas gone, true. More bloodshed in whoever's name. Ага. Совершенно случайно заметил рычаг. Куда это выглядит? Ключ-сундуку из северного крыла монастыря. А, это ж самое начало. Да. Ну, понятно. Северного крыла монастыря. Ря-ря-ря. Там не страшно, тут не страшно. Бяка. Закаляка. GPS не хватает в этой игре. О, секретик. А, ну это наверху там. Эй, откуда вас тут? Столько-то сразу тут. Камера, перестань. Блин, ну вот куда ты, а, стрельник? А, это вот может вот это от этого сундука, ну-ка. Ага.
Шу-шу. Меч. Шу-шу. Меч шу. 80 урон. Без дырочки. Бла-бла-бла. В топку. Так, я там все облазил вообще, нет? Что-то как-то. Кое-что, да-да-да. Ты паскуда. Тоже неплохо. Тоже хорошо. Но еще это еще не все. Вот, тут секретики есть. Не секретик, точнее. Тут что-то паучок прыгнул. Вот он. Паучок. Вот, секретик, да. О! My friends, perhaps we can make use of the Rogar to win against Antanas. If we let them in, Antanas will fall, and we will be able to rebuild on the ashes. We only need an individual who could pave the way for the Rogar. They would do the dirty work for us. I've hot them there. Да или нет, одна из них. Да. Блин, блин. Так, тут... Игольчатый кулак и вот такая фигня. Ач. Ключ к подвалу цитадели. К подвалу цитадели. Подвалу цитадели. Опа. Это зарядка. А, это вот этот, что ли?
Ключ к сундуку из главного зала. К сундуку из... Господи, где главный зал? Нет, господи, я вообще не... Еще Штейн, ладно. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, нажимайся, что ли. Да нажимайся, что ли. К сундуку из главного зала. Так, здесь у меня был. Здесь я был. Здесь что? Ничего? Это что? Открыть. Заперто. А. Что здесь заперто? Тут потеряться вообще, вот как... Господи... Все, ясно, здесь я был. Пойдешь налево, коня потеряешь. Выбираться, наверное, отсюда. Так, северное крыло. Секундочку. Пойдем еще раз туда сходим. Ничего тут нового не появилось. Ну, вроде бы нет. Ну ладно. Подвал цитадели. Подвал цитадели. Подвал цитадели. Какие интересные подвал цитадели. Дубиночка. Кстати, когтистый палец. Одноручная атака. Сильная одноручная атака. Он что делает? Ну да, понятно. Бесполезная дрянь, как обычно.
Хотя этот как пистолет. А ну-ка, если двуручный хват, то взять. Попробовать. Может быть, оно стоит того. Вряд ли, конечно. Ну, этих-то, конечно, ваншот еще бы. О, черный день, короче. Нам надо куда-то сюда. Мне надо куда-то сюда. Или не совсем сюда. Я точно не знаю, не помню. Или может быть туда. Может быть туда. Я туда схожу. Камера. Перестань, пожалуйста. Это очень хорошо. Может быть вот сюда вот, нет? Надо его найти, он полезный. Как-то я нифига не помню, где он. А, может, вот здесь. Не здесь, что ли? Где? Все помещения похожи друг на друга слегка. Вот чуть-чуть печально. Нифига не здесь. Там не уже были. Вот такие закоулки, блин, типа ни хрена не найдешь. Ходишь. Вот чем мне Dark нравится. Вот минус лордов, это то, что вот в этих закоулках. Ну, тогда бы давали карту, посмотреть можно было. Ну как, что, самому рисовать, что ли? Зачем? Не у всех же такая память на... картографические. Не все же картограф в душе. Я вот, например, точно нет. Куда вот идти? Туда? Нет. Туда. Хрен. Поймешь. Это, конечно, печаль. А, да ладно. Или все-таки вот здесь где-то. Так, ну-ка, если в ту сторону спуститься.
О, сундук необутанный стоит. Говорю, тут вот эти вот места. Или может быть он вроде бы сказал, что все зачищено, но на самом-то деле нифига не все зачищено. Может, сейчас надо вернуться к нему, и тогда он появится. Может и так. Потому что ну нету его. Или я не нашел, где он должен быть. Он должен быть, что он где-то здесь. Это в одной из вот таких вот круглых помышлений. Должен стоять и что-то колдовать тут. Я не уверен, в каком именно. Он пойду еще раз пробегусь побыстрее. Бежался по-быстрому. У меня такая броня, что от них можно не уклоняться теперь даже. Чувак нужен. Он зелье усиливает. Как же я так прослоухочил-то, а? Болван, блин. Твою мать. Зла не хватает. Придется еще раз зачистить. Что не поделаешь. Вроде бы все. Хотя, конечно. 100% гарантии нет. О, бэкстап косой. Интересно. Ничего не видно, правда, было, но... Бегаю к нему. А может быть вот здесь?
А, нет, вообще-то не здесь. Хотя... А может и здесь. А, да, вот же он. Господи. Ну я, блин, и балбес. I'm sure I can bring them back. I see you have cleaned up the bodies. This is wonderful. Now I can start the search for a cure. I need space to work. And Talas Значит, ты не согласен с Антаносом? Yes. Да, Антанос считает, что зло можно изгнать из человека, но только те, над кем он. Что ты пытаешься узнать? All these unfortunate people infested, but there must be a way. Я мои зелья. You promised. I can't do much with the laboratory. Порядок, я мало смогу, но попробую лучше твои зелья. Может, если ты еще не могли, отдал бы еще лучше. Помочь как? Help. I need more fresh Rogar blood so that I can study it. I think I need their heart. Bring me some Rogar hearts. Сколько тебе надо? At least four, but the more... Хорошо, посмотрим, что удастся найти. I'll see what... Thank you. Теперь надо выйти и зайти еще раз. Ну, я имею в виду в диалог. Welcome back. I think I found them. Yes. Now this healing potion is powerful stuff. Give it a try. Вот. It's a bit more powerful now. Bring me more hearts, and I'll see what else I can do. Теперь он нам усилил фляжечки. Будут восстанавливать больше. Хорошо. Все. Ну. Это нас приведет туда. Петя. Ай. Да, вот надо сюда как раз здесь есть портал где-то испытаний. Сделаем так, сейчас я его найду и продолжу запись оттуда, потому что опять тут бродить, я вообще не знаю, не помню, где он. Ну да, наверное, так и сделаю. О, рычаг. Ну вот, пожалуйста. Куриная слепота, что поделаешь. Ивануюсь, пожалуй. Скину очки, сколько есть, пофиг. И пойду искать портал. Как найду, продолжу. Тут, кстати, вот на арену зашел, и тут вот это помещение было... забаррикадировано. They will come. I know they will. I know what will happen. I will do what needs to be done. Men are not strong enough to oppose them. So we need more than men. My elixirs are improving. The beasts are getting stronger. Their will is hard to control. Maybe impossible. Упорство, пустая бутылка, осколок. Упорство для головы. How could I have let this happen? First his mother, then my Baranor. The anger of the evil is relentless. It burns in my heart, brighter with every passing day. Where did it come from, this rage? Did I enter the world with it? Or are demons possessing me? But I will back.
I've seen prisoners dragged into the pit. Then we released the monster, tore them apart and covered their broken bodies with green stomach acid. They screamed. Farron and I were not easily shocked when we saw this. We both vomited. Whoever this beast is, it's wrong. I don't know why we let this exist. Ух ты, какой прочный. Ладно, пойду дальше искать. Нет, статуя по-прежнему молчит. А, надо еще, кстати, ну, можно. Yes. What nonsense is it? An answer. What is the question? Will you take me? Place you are talking about. A new realm that I have found. An interesting one. A dangerous one. A rich one. A rift. Why would I go there? A human that opens every chest he finds needs a reason to explore a new world. How would I even get there? A complicated task for a human. Короче, понятно, с этого момента можно в DLC попасть. Вот если нажать, забери меня в то место, как он говорил, где бы оно не было, попадем в DLC, попаду в DLC, но я пока туда не пойду. Там враги такие, что мам не горюй. Так, что у меня с очками? Блин, где этот портал? Что-то тут зашуршало. Не прошибай. Ах ты, гад. Ладно, пофиг. Блин, там еще один. Не-не-не-не-не. Вдвоем идите на. Где-то тут что-то шуршало. Дэм. Коса не справляется. Okay.
Только что где-то что-то шуршало. Ну-ка, погоди. Блин, где этот портал? Дверцу какую-то нашел. А, вот он где. Давно вот так. И что тут лежит? Еще. Череп. А. Ну, пошли в портал. Тут арена. Окей. Посмотрим. Что можно сделать. Так, ребята, в линию встали. Эй. решающей силы пустая бутылка. Ага, значит, так, решающей силы. Решающей силы. Раньше этот амулет использовался для того, чтобы выкачивать жизненную силу из жертвы. Сегодня к его помощи прибегают и воины, и рыцари. В наше смутное время начинаешь ценить любое преимущество. Ну, я так думаю, что нам оно не надо. Ладно, разберемся. Ну,
чё? Здесь, наверное, есть смысл сохраниться. Свалить отсюда. Теперь задача номер один – найти отсюда выход. К чертовой матери. Можно еще ходить и ходить. Захват кинжала. Я не уверен, что я все тут секреты открыл. Совсем не уверен. Потому что тут столько всего. Вот это вот вообще нечестно было с твоей стороны. В общем, я вот что предлагаю. Найду я сейчас выход отсюда. А, вот он выход. Так, так, кнопка. Только куда он нас меня выведет, это другой вопрос. Ну да ладно. Сейчас выйду. Серию в любом случае пора заканчивать. Поэтому... В следующей серии надо сходить... Ну, так, а куда надо сходить в следующей серии? Я даже не знаю. Дальше, наверное, по сюжету. Хотя я хотел сбегать, что меня выкинет. А, на кладбище. Ага. И что, там так и будешь стоять? А, ну на кладбище хорошо, вообще-то говоря. У меня тут дело одно есть. Проклятый меч там, я же нашел. Правильно? Как ты через ограду-то попал? Редиска. Вот, а тут есть где-то могилка. Так, только надо вот что сделать. На, вот так вот. Это есть могилка. Вот она. Проклятый шипастый меч. Положить. Так, появляется такая тряпка. Первая в игре. Эта дрянь дропает руну, а здесь появляется проклятие, короткий меч. Я, честно говоря, не знаю, что он... Что он делает, этот короткий меч? Урон магии есть. Ну, для ловкачей так.
Вообще коротких мечей на самом деле не так уж и мало. Я бы даже сказал, достаточно. Ладушки, оладушки. Этот портал не активен. Не активен. О, он уже даже. Ага. Ну, у него надо тоже сходить, вообще-то говоря. Там, правда, этот портал самый сложный из всех. Ну, не самый. Один из двух сложных. У меня 1500 где-то валяются. Забрать, что ли? Пум-пум-пум-пум-пум. Тут... Сейчас. Сейчас. У меня есть очко, да. Вот это, наверное, прокачать. Ладно, пошли в портал. Серия уже длинная, ну и ладно. Что-нибудь полезное хоть сделаю. Я не уверен, что я его с первого раза пройду, потому что он такой себе нехороший, трудный портал. Конечно, постараюсь, но совсем не уверен в своих силах. Умереть тут очень даже запросто. Эй! Ну и что ты встал? Делай что-нибудь. Ага, вот. Дальше надо делать так. Бежать сюда быстро. Лечиться. Где-то тут есть сундук. Блин, почему меня дамажит? Ха. Thank you.
Осколок с заклинаниями, осколок с. Все. Пошел ты. Ну вот на этом моменте, наверное, и серию-то и закончу. Пока.